Евгений Шварц, отрывок из пьесы «Тень». Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно, но вместе с тем и прекрасно. В сумерках вся моя комната кажется мне не такой, как обычно. Этот плед, брошенный в кресло, кажется мне сейчас очень милую и добрую принцессу. Я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости. Она не одна, конечно. Принцессе ведь не полагается ходить без свитера. Вон те узкие длинные часы в деревянном футляре. Вовсе не часы. Это вечный спутник принцессы, тайный советник. Его сердце стучит ровно, как маятник, а его советы меняются в соответствии с требованием времени. И дает он их шок. И если советы тайного советника оказываются гибельными, он от них начисто отрекается и утверждает, что его просто не расслышали. И это очень практично с его стороны. А это кто? Кто этот незнакомец? Худой, стройный, весь в черном, с белым лицом. Почему мне вдруг кажется, что это жених принцессы? Ведь влюблен в принцессу я. Я так влюблен в нее, что это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. Прелесть всех этих выдумок в том, что едва я одену очки, и все вернется на свое место. Плед станет пледом, часы часами, а этот зловещий незнакомец просто исчезнет. А вот и очки. Что за чудеса? Я скромный ученый, откуда мне такие важные гости? Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть, господа. Чем я обязан такой честью? Вы молчите. Я все понял. Я задремал и вижу сон.